Одинцовские единороссы передали пряжу для вязания участницам движения «Серебряные волонтеры», которые помогают в формировании гуманитарного груза для отправки в Донбасс. Встреча прошла на площадке окружной торгово-промышленной палаты в рамках реализации проекта «Школа грамотного потребителя». Серебряные волонтеры рассказали партийцам о деятельности своей организации, работе в пункте приема гуманитарной помощи, продемонстрировали свои изделия, связанные для наших военнослужащих, а также образцы новогодних подарков, которые они запланировали связать для детей из семей мобилизованных.